Первыми о проблемах комнатных цветов сигнализируют пожелтевшие листья. Если ничего не делать, они начинают гнить или усыхать, в результате опадают. Прежде чем что-то предпринять, нужно выявить источник неприятностей. Причина номер один – неправильная пересадка. При перемещении в новый горшок могут повреждаться корни, особенно если операция сопровождается полной или частичной заменой субстрата. Для решения проблемы нужно добавить в воду для полива корневин и обработать надземную часть эпином. Причина номер два – ошибка полива. При пересушке или переувлажнении листья комнатных растений желтеют, поникают и опадают. Третья причина – дефицит питательных веществ. Листья желтеют, если комнатные цветы испытывают дефицит питания. Решение проблемы – подкормка специализированными удобрениями. Причина номер четыре – нехватка освещения. Нужно переставить цветок в хорошо освещенное место или обеспечить дополнительную досветку. Пятая причина – вредители. Растения необходимо внимательно осмотреть, при обнаружении вредителей цветы обработать препаратами. Если информация была полезной, ставь пальчик вверх и подписывайся на канал.